литературной гостиной состоялся премьерный показ фильма режиссера Алины Туаевой «Тыршыгом. Священная родина осетин». В картине рассказывается о потерянной родине выходцев Трусовского ущелья, исконно осетинские земли которого остались на территории Грузии. Для того, чтобы полнее передать весь драматизм ситуации, режиссер добавила художественные элементы в документальную киноленту. Проблема показана глазами ребенка, который мечтает попасть на землю предков. В фильме задействованы эксклюзивные кадры ущелья, снятые до закрытия военно-грузинской дороги в 2006 году. В данном фильме мне хотелось показать именно то, что это не просто оторванная от единого организма осети территория, а это часть сакральной территории, то есть горной территории. Это не какой-то кусок равнинной земли, который, возможно, не так был бы для нас важен, а это святыня. Одна из главных святынь находится на этой земле. Три слезы Бога, все об этом знают, реком Таранчилос и Калгабрта. И именно в Трусовском ущелье Тыршыгоме находится Таранчилос. И помимо него еще 64 святых места. Вот представьте себе, что от нас оторвали грузины.